Так, ну что ж, всем хаюшки, с вами Тамплиер, и это выживание в терке. И это выживание в терке в Соларесте. Пока что еще нету анонса на основном канале, а скорее всего, когда уже выйдет на лайве этот видосик, то на Соларесте уже будет, точнее, на канале уже будет анонс ТБТшки. А пока что я буду выживать в Соларесте, и сейчас я хотел бы... Так, свинцовый меч. Я хотел бы пройтись за золотом, потому что мне сейчас очень-очень нужно... золото, то есть возьмем сейчас золото, золотую руду, вообще в принципе возьмем сейчас все. Во-первых, наделаем слитков, олово тоже лишним не будет, потому что почему бы и да. О, золотой меч можем сделать полноценный, 13 урона, 11 урона. Не настолько уже больше. Так, но все же я хочу сделать себе золотой меч. Поэтому я его сделаю. Никто меня не остановит. Так, 20 железных слитков. А что нужно для штанов? 25. Окей. Так, тогда... свинцовый меч оставим, кстати, для ТБТ. Еще понадобится. Так, все, руду и слиточки поскидываем пока что. Так, блоки, слизь, в общем, ничего сверхинтересного. Закидываем сюда все, что можем. Скидываем целиком и полностью. И это тоже. А, это оранжевый факел. А то просто факела. Окей. Пока что побегаем. И, кстати, посмотрим, где у нас пещерка. Ближайшая? Нет, хотя... анонс ТБТ... я вот не знаю. Но он должен будет выходить раньше, чем этот видос. А может, мне будет просто лениво и... оф, вот тут, кажется, есть какая-то пещера. Вот здесь. Поэтому побегу-ка я туда. Потому что могу. Такс. Такс. Так, это... стоп. Мы, походу, побежали уже ту пещерку или нет? А, нет. Бежим дальше. Так. Сейчас я просто... о, зомби эскимосик. Минус. Кстати, да, в анонсе к ТБТ я говорил, что... оф. Что тут преимущество дается тому, кто наоборот внизу находится под мобом, на, ну, в пределах разумного, чем на хайграунде. То есть вот такие обычные склоны в террарии лучше находиться внизу, чем сверху. То есть вот так вот я стою и спокойно атакую. И даже могу
подойти под них практически. Без большого риска получить урон. И потихоньку даже стрейфиться навстречу к ним. А вот когда я сверху стою, то приходится стрейфиться намного аккуратнее. Хотя вроде бы наоборот должно быть. Вот, только что демонический глаз подлез ко мне снизу, и я его даже не зацепил. О, линзы. Кстати, линзы еще для Ктулху понадобятся. Я хочу, кстати, фулл золотой сет себе собрать для Ктулхика. Точнее, для того, чтобы валить Ктулху. Оп, есть. Текс. Оп. Есть зомби минус. Так, наверное, самые интересные моменты из Солореста, конечно, я буду выкладывать на основной канал. Но просто вот целиковые такие серии я буду на лайв-канал без зажжения совести, типа. Ну а почему бы и нет? Это все-таки то, как я просто отдыхаю. Поэтому я могу. Так, тем более на лайв не обязательно замучиваться, именно замучиваться от слова. Так, с монтажом как на основу, а на основу я буду замучиваться с монтажом. Медная монета, золотая руда, зомбари, ки. И... О, стоп, там что-то было. Или мне показалось, что что-то урон получил вот здесь. Походу показалось. Не, ну что-то здесь урон однозначно получало. Кстати, в одной из серий я выбил плащ зомби. Но я удалил тот мир, и поэтому придется теперь как-то так. Как-то вот так придется. Я все-таки сделаю просто небольшой вот такой спуск прямо вниз. И попробую копаться вправо. Все-таки. Вправо-вниз будем копаться. Смотреть, может, что-нибудь найдем. А походу что-нибудь мы найдем. По крайней мере, озеро с золотой рыбкой. Так, о. Ну, кроме озера мы нашли немножечко меди и немножечко серебра. И также паутиночку. Из паутиночки я очень люблю потом, используя нитяной станок, ткацкий станок, всякие разности делать. Это очень интересно. Чистая для себятина. Развлекух, которая по сути ничего в себе полезного вроде бы не несет, но она прикольная. Я очень обожаю свой насморк. О, я увидел кое-что. Двух желтых слизней. И, кстати, изумруд нам тоже не помешает. Почему бы и да. Я, конечно, преимущественно сейчас за золотом именно в этом мире охочусь. Но и изумрудики не помешают. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. О, кстати, там голда есть.
Может, я когда-нибудь и умудрюсь все-таки постримить терку. Это было бы классно. А, мне еще и железка. Кстати, да, мне еще железка нужна. На штаны. Ого. Вот это прошел, конечно, червяк. Меня. Так, сейчас должен, наверное, опять появиться. Ну, подземный червячок. Ты где? О, подозрительно выглядящее яблоко. Призывают ручного червячка. Супер. В ТБТ я нашел андроида. А здесь я нашел червячка. Супер. Эх, Вормс, Вормс. Кстати, а почему бы из серии Вормс что-нибудь не позаписывать? Вормс, Вурпати, они же... Это должны быть древние игры, которые у меня должен комп хорошо тянуть. По крайней мере, по логике. Так, деактивируем ловушечку. И потихоньку рубимся вниз, потому что тут есть железка. О. Довольно-таки неудобно играть, особенно если вы видели на лайв-канале предыдущий видосик. Классно, конечно, очень. Но все же... А, это демонитка. Она так просто не разрушится железной кирочкой. Так. Минус слизни, минус медузка. Так, еще сейчас будет минус медузка, минус слизни. Блин, классная озвучка. С ней не заскучаешь. Так, олово нам, в принципе, не нужно. Но, может быть, и пригодится для ТБТшки. Или скучному летсплейчике, в котором не существует к самой концепции дисбалансности геймплея. Да, я потихоньку учусь это выговаривать. Целиком и полностью без ошибок. Так, и оп, супер. О, прибыла непись. А это что у нас? Палаточка. Ничего не дает, хнык. А жаль, о, веревки. Так. Слинька-слизень. Слинял. Так, оп. Я так понимаю, тут еще железка есть. Кроме только вот этой. Да, вот вверху есть хорошая залежь железки. Так, сейчас за ней немножечко пройдемся. О, все. Теперь просто выкапываем железку. Смотрим, как это все копается. Докапываемся до железки. И можно... О, янтарь там еще сверху вроде бы. Да, янтарь есть. Я вот не помню, кто из... Что из камней тут в террарии самое редкое. Кто из подписчиков в курсе. Напомните, пожалуйста. Так, красные слизни. О, все. С фейграунда ушли. Оп, есть. Стоп, мне кажется, или слева, снизу что-то есть.
А, нет, просто... Хотя можно, в принципе, песка накопать, чтобы стекло наделать. А, нет, все-таки есть что-то. Ладно, оловянная руда не помешает. 33 золотой руды. Нам однозначно нужно побольше. Так, что-то еще, походу, опять оловянная руда, да? Да, еще олово, которое нам не нужно. Пока что песочка немножечко накопаем. Посмотрим, что у нас здесь есть. Что-то интересное. С какой-то растительностью. Красный непонятный. Ничего сверхинтересного. Значит, будем копаться дальше влево вниз. Там что-то мелькнуло. А, это медузки. Это медузы. О, еще железо. Так, железо это очень-очень хорошо. Кстати, уже стены начинают меняться, поэтому мы на довольно низком уровне. И это как раз очень хорошо. Такс. Оп. Это, кстати, можно было бы и постримить на лайв, но мне сейчас действительно ленивенько настраивать стримчик. Потому что как бы по времени я бы помолчал. Слева сверху кто не увидел, промотает, думаю. Да, час ночи уже почти, мне бы надо... О, там нимфа, что ли? А ну-ка, иди сюда. Да, нимфа. Вот с золотым мечом уже, я думаю, с ней получится справиться. Ага. Справился я. А хотя потихонечку... Да ладно. Что нужно, чтобы успокоить нимфу-то? Так, железный слиток. Все, пока что. Железо. Посоздаем немножечко. Серебро. Но это мелочи. Жизни железо. Вот это очень хорошо мы накопали. Олово, ну... Понятно, что по мелочи. Так, главное сейчас нам... Это штаны? А разве не рядом с наковальней? Алло, террария. Не тупи. Так, все, железные штаны, общая защита 8. Хоть что-то есть. Надеюсь, хоть так с нимфой получится поговорить. И то я что-то в этом сомневаюсь, ну ладно. Так, голд руду. Руды, слитки все скидываем. Монет, кстати, мы не все тратим. При смерти это очень хорошо. Не все теряем. Такс. В принципе, все, что нужно, у нас есть. Так. О, супер. Так, с 11 зелек-то хватит, в принципе. И вперед, опять же, за вещами. Точнее, за своим золотом.
потому что золото лишним не будет. Блин, прикольно, он успевает за мной. Ого, там еще что-то не разбито было. Часто их хопы, конечно, начинают поднадоедать через некоторое время геймплея. Да, слишком часто их хопы надоедают. Две звездочки, ничего себе. Это очень круто. Так, зомби. Шовый минус. Мне бы сердечек бы еще найти. Вот звездочка. Так, пещерка, в которой мы были. Да ладно. Я его не заметил. Все. Теперь точно нимфе не жить. Сейчас все мои эмоции написаны на памятнике. Тоже неплохая пасхалочка. Окей. Ну, то теперь у нас есть имба-оружка. Как бы теперь железка нам не нужна, нам нужна только голда. И то... только для фулсета. По большей части будем строить арену для Ктулху полную по всем законам природы и сейфового и сейфовой игры в Террарию. О, а сейчас, кстати, будем опробовать новую оружку. В принципе, неплохо. Это вроде самый имбовый меч, да? До хардмода. 24 дамаги плюс еще стрелок. Насколько я помню, да. Все-таки не существует концепции дисбалансности геймплея. О, что я там про паутинку говорил и про логово паучков? И про сердечки я что-то там еще заговаривал сюда. Ну, тут все это рядом. Данжик.
плюс сердечко. Ладно. Пускай побудет здесь. Хотя, если он так хопать будет постоянно, это меня когда-нибудь достанет. Стеной ползуняшка. Интересно, а паутина здесь респавнится, чтобы приходить ее и кормить? И как-нибудь, или как-нибудь другими еще методами ее зафармить. Ну так, чтобы было очень много паутины, практически бесконечно. Ого, стянув. Стенных ползунов наговасненько. Но для нашего меча это не особая проблема так-то. Все-таки очень круто находить такие мечи. Ни разу не дисбаланс. А вот Виктори мне нравится озвучка. Навевает ностальгию. И да, скорее всего, я когда-нибудь... Как-нибудь начну записывать с компа Вормсов. Там же должна быть компания какая-нибудь. Ведь должна же быть. Данжик чистить мы сейчас не собираемся. Да и на скелетрона в ближайшее время не особо хочется идти. А камня у нас предостаточно. Поэтому посмотрим по карте. Что у нас в наличии так-то? О, что-то интересное есть справа. Может, просто парочка мобов. Но все возможно в этом мире. Алхимией можно позаниматься, кстати. Посортировать вещи в сундуках. А, просто моб. Ну, заодно пещерку прочекнем. Может, что-нибудь интересное опять будет. Так, опять же таки, золото. Конечно, два золота это ни о чем совсем. Ну, наверное, пора все-таки до домку слетать. Да и спадки было бы неплохо. Так, в принципе, ну, самый главный лут от этого похода это прочный зачарованный меч. Это, как по мне, самый лучший айтем, который только можно было вообще выбить. Окей.
Так, у нас есть еще один домик для... О, зелька возвращения, иди сюда. А, это зелье добычи. Окей. Уф, такс. Ну что ж. Что у нас появилось интересного вообще для крафта? Статуя доспехов. Особо не очень нужная вещь. Вагнетка. Вот это интересная вещь. Железный забор, но это декорации. Декор. Моток веревки. Хм. Прикольная вещь. Алмазный крюк. Ну, крюки. Изумрудный. Кошка. А, крюки у нас делаются чисто из драгоценных камней. Для игры «Поймай самоцвет». Вот что за игра «Поймай самоцвет», это интересно. Ну, ладно. Кстати. А, это малое лечебное зелье, а нам нужно большое. Кристалл маны, ну то мелочи жизни. Бутылка с медом. Бутылка с водой. Это мы еще успеем наделать. Очки. Один защиту. Так, 5-4. В отличие от железного. Этого. От железного 3-2. 5-4 солиднее выглядит. Однозначно. Но железо мы все-таки наделаем. Потому что всякие плюшки типа урна к ходу. Зачем мне урна, если есть в рюкзаке? Без комментариев. Бутыль стекла делается. Не чашка мне нужна. А, светильник сердца из кристалла жизни и железной цепи. Ну, пока у нас нету максимального запаса жизни, это нам не пригодится. Так, миска из глины. Ух, тыква. А где тыкву можно найти? Хм. Кактусовый книжный шкаф, это прикольно. А, книжки. Ну, лесопилка. Это интересная вещь. Краский станок, я так помню, где-то у кого-то покупается, а не крафтится. Тяжелый верстак. Во-во-во-во-во. Я хочу это. Я не знаю, что это, но я это хочу. Что за тяжелый верстак? Так-с. Походу, мне нужна своя лаборатория. Так, тяжелый верстак. Тем более, что у нас дерево и железо, в принципе, уже немало. Так, тяжелый верстак. Я сделаю себе вот здесь крафтоместечко. Так, и что у нас? Ого! Статуй куча. Прям куча. Ну, статуи, окей. Добавились. И все. Просто статуи. Каменная пластина, лавяная пластина, но это ж вроде было. Ну, сколько камня на каждый? 50. Семь, пять,
350 камня мне надо. Не спрашивайте, зачем, потому что хочу. Так, камень. Да должно же у меня быть камня много. Где-то, по крайней мере. О, все есть. Так. Так, будем по очереди крафтить. Т. Е. М. П. Л. А. Р. Теперь берем камень. Ставим вместо этого, вместо первой буковки. Не доли самолюбия. И немножечко грязи нужно, чтобы выровнять. Так. Как хорошо, что питомцы не мешаются при постройке. Это очень круто. А то бы я их не особо любил. Это, конечно, круто, но до тех пор, пока они тебе не мешаются. Установленный камень ничем не отличается, блин. Жестокенько. Так, что-нибудь типа кирпичей есть? О, серый кирпич. Создадим штучек 20. Думаю, 20 хватит. Думал, но понял, что не хватит 20. И продолжу заниматься чем-то непонятным. Так. Два. Три. Снайпшот. Еще один. Текс. Теперь. Зеленый слизень мешался. Так, еще немножечко построечки. Так, еще парочка слизней минус. Окей. И теперь достраиваем вот эту вот небольшую дорожечку. Для постамента. Так, оп. В принципе, я думаю, сейчас должно хватать. Так, ешка. Жаль, что двойным тапом нельзя сразу переместить в фаст-слот какой-нибудь айтем.
Так, L-ка. Вот так вот. Вот так вот. H-ку. И R-ку. Сюда. Вот, кстати, классное применение для не особо нужного камня, который потом, естественно, понадобится. Офкила у нас нету в лапках. Ладно, я хочу сделать... Хотя, почему бы и да. Как говорится, гулять так гулять. Вот это, кстати, можно и на аватарку ставить. А почему бы, в принципе, да? Ого! Зеленый демоник глазик. Иди сюда. Так, зомбярь. Случайно мискликнул. Ну и зомбей можно подфармить. Смертельная рука. Блин, классненько. Чё-то реально зомби много. Кстати. Особенно нужно вот сюда поскладывать. Ну что ж, в принципе, неплохо добра, неплохой фарм. Особенно вот это вот нравится. Упавшие звездочки, о! И не одна. Сейчас уже легко фармится и монетки, и зомби, и демонические глазки. Очень круто. Ну что ж, в принципе, наверное, вот теперь на этом закончим эту серию для лайв-канала. Попробую что-нибудь понарезать. Отсюда вот. Может, что-нибудь и найдется интересное. Не, ну, по-любому, классный момент с нахождением меча, с попыткой убить нимфу, с возвращением к нимфе, с постановкой постаментиком, тоже прикольно. И, кстати, пишите в комментах свои тайм-коды для классных моментов, которые можно взять в монтаж для основного канала. Знамя зомби. Посмотрим, что за знамя зомби. А, можно повесить только на стенку, видимо. Потихоньку, понемножку. Уже нафармили еще 12 серебра. 237 стрел, но это вообще мелочи жизни.
кстати, почему бы и да. Потому что могу. Ну, блин, ну прикольно. Нужно будет еще на сцене для донатеров такую стеночку сделать. Ладно, на этом уже пока что все. Всем удачи. С вами был Тамплиер. До скорых серий.